приготовиться к запуску первого в истории человечества искусственного спутника Земли. Давай, трубач, труби! Труби на весь мир! Гений инженерной мысли, человек, вознесший страну до космических высот. Главного конструктора Сергея Королева коллеги так и называли «главный». Готовясь к роли, актер Валерий Гришко цеплялся за все, что могло бы помочь ему в работе над образом. Говорит, даже просто прогуливаясь по улице, Королев всегда был чрезвычайно сосредоточен. Отличный организатор, бесконечно верный своей идее. Таким пристает знаменитый конструктор в фильме «Главный» режиссера Юрия Кара. Первыми зрителями стали члены семьи и коллеги Сергея Королева. После показа все, включая там Алексея Архипича Леонова, космонавта Аксенова, конструкторов, все, в общем, в один голос сказали, что их убедил образ Сергея Павловича, который я сыграл. Вот. И дочь его, Наталья Сергеевна, она меня за руку держала, говорит, как вы угадали, что папа был именно таким? Конструктор Королев сумел вдохновить лучшие умы страны работать на благо освоения космоса. Его одержимость работой восхищает, признается актер. Целеустремленность, невероятная одержимость. У него дома висел, это в фильме тоже есть, карта Марса, и он мечтал вообще на Марс полететь, потому что тогда все думали, там наверняка ходят марсиане. Фильм «Главный» — это историческая драма, и потому для его создателей было важно внимание к мелочам. Прежде всего, к личности Королева. Не только как выдающегося конструктора, но и незаурядного человека. Авторы картины не сомневаются, ее ждет успех у зрителя. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».